В Австралии в результате наводнения, вызванного последствиями мощного циклона Дебби, погибли по меньшей мере 2 человека. Еще десятки тысяч пострадали. Власти страны опасаются, что число жертв может увеличиться, так как вода продолжает прибывать. Особенно от удара стихии пострадал штат Квинсленд. Там без электричества остались свыше 100 000 домов. Когда будет восстановлено электроснабжение, неизвестно. Тысячи жителей пришлось эвакуировать. Как отмечают власти, зона наводнения растянулась на 1000 километров. Циклон Дебби обрушился на страну в начале недели. Скорость порывов ветра в эпицентре достигала 263 км в час.